33-летняя Леди Гага, Леди Гага весело встретила 2020 год. Певица отпраздновала новое десятилетие на вечеринке в Лос-Анджелесе. Звезда была не одна, компанию ей составил неизвестный мужчина. Поклонница исполнительницы хита Шеда успела снять пару на видео. Леди Гага и ее спутник страстно целовались, несмотря на присутствие посторонних и повышенное внимание. Певица обняла темноволосого мужчину, а затем они обменялись долгими поцелуями. Позднее пару вновь заметили вместе после шоу Леди Гага и Энигма. Они покидали помещение вместе, крепко держась за руки. Леди Гага выглядела не совсем трезвой, зато была счастлива. 9 месяцев назад певица объявила о разрыве с женихом Кристианом Карина. После этого у нее был роман со звукорежиссером Дэном Хартоном, но 2 месяца назад и эти отношения подошли к концу. Леди Гага танцевала на столе на веселой свадьбе. Мы знаем, как на самом деле зовут мировых знаменитостей. Посмотреть на звезд-фриков, которые отказались от дерзких выходок, можно здесь.